Барцумян. Гонсалес в центр пришел. Его удар. Ох, практики сегодня. Удар рикошетик, и поэтому отбивает Гавиловский мяч, а не ловит. Офсайд. Команда Вячеслав Караваев был с мячом. Ну и вот такой удар Армен Амбарцумян. Ну а почему бы нет? Вот взял, шлепнул, как футболисты говорят. Резервный арбитр Владислав Синяков, Новосибирск. Инспектор матча Игорь Евгеньевич Синев. Пижонский. Вот сейчас пижонство прошло. Опять же, с одним «да». Сквозь Игоря Дуца прошел Ефремов, но сработала диагональная. Это страховка украинцев в штрафной площади. Не очень удачно там. Вели аут. Вот удар. Ну куда? Какой такой неточный. Туда, где... Вешает Сираско в линии штрафной. Точно, кстати, вешает. Игра рукой была у итальянцев, но... Такая игра-то не особая. Правильно. Правый защитник подстраховал левый. Представляете, еще два центральных были. Но по диагонали как раз крайне подстраховал.